В городе продолжается неделя имени Дмитрия Бурылина. Прошла презентация книги, посвященной истории Иваново-Вознесенского губернского музея. По словам автора произведения, книга расскажет читателям о жизни России и губернии в 1924 году. На страницах затронут и самый драматичный период жизни мецената Бурылина. Дмитрий Орлов считает, что книга будет интересна не только историкам и культурологам, но и всем неравнодушным к прошлому родного города. Перед читателями откроются некоторые тайны музея, с новой стороны предстанет и меценат Бурылин. Мы здесь уходим такого лакированного образа Дмитрия Геннадьевича Бурылина и показываем, насколько человеку было тяжело, когда он был лишен, по сути, возможности работать в музее, когда Дмитрий Геннадьевич был вынужден продавать какие-то и свои золотые монеты для того, чтобы как-то обеспечить пропитанием свою семью.